Мы полетим, поедем, мы поплывем, но город непременно мы этот найдем. Там для добра и счастья дом каждый открыт. Хочу туда попасть, я в город мечты. Увидел то, что у нас здесь в центре города живет белочка, потихоньку пролезла, залезла и сидит. Прижилась в городе. Эй! Эй-эй! Ладно, не будем ее беспокоить, пусть она тут дальше живет. Вот сегодня увидел опять что-то такое необычное. Только стоит выйти в город, обязательно что-то новое для себя откроешь. Вот живет белочка, прижилась, не будем ее беспокоить, пусть живет. Всем привет из Биробиджана. Вот она в таких вот зарослях, она и живет. Тут такая у нас елка. Ну, то есть здесь вот ели очень много. Шишек ей достаточно. Может быть, еще и люди вот из близлежащих домов ее подкармливают. Вот она в таком районе и обитает. Кто бы мог подумать, что вот здесь она еще и есть.
Сегодня я был на почте и увидел маленькое животное, белочку. Заснял, ну, буквально 3 минутки всего, как я смог, она убежала наверх, залезла, и там ее не увидишь. А сейчас я уже иду с работы и решил все-таки остановиться и показать какое-то необычное растение. Вот хожу, никогда не останавливался. Сегодня решил остановиться. Как бы особо времени нет ходить, бродить там по лесам, по гектарам своим, честно признаться, там пошла информация, что в районе моего гектара появился тигр, который охотится на изюбров. Также медведь там шарахается на пасеку, не дает спокойно пасечнику работать. Независимо от того, там пасечник уже свет провел, чтобы там можно было отгонять этого медведя, но бесполезно. В общем, что-то я опасаюсь ездить на гектары пока. Жду отпуска, может быть, настроюсь, в августе все-таки поеду. А сегодня вот давайте посмотрим на вот это необычное растение. В интернете посмотрю, может быть, потом в описании напишу. Ну, я думаю, что вам будет интересно посмотреть. Вот попробуй догадайся, что это за растение вот за такое. Вот такие листья. Вот как оно необычно растет, густо. И это вот заросли, они вот тянутся на протяжении метров, вот 100 метров, это все в заросли они. Короче, кто знает, напишите в комментариях, что это за растение. Пойду дальше, может, что-то еще увидим. Ты смотри, а голуби-то это едят эти ягоды. Значит, они съедобные. Что-то она ее ест. Вот так. Еще и посмотрели, что у нас эти ягоды едят голуби. Это у нас улица Советская, район такой. Цветочный двор. Цветы продают. И вот рядом другие цветы растут. Зеленые цветы и беленькие такие вот. Сегодня у нас обычные опять... проход по цветам. В общем, город Биробиджан, город цветов. Цветов, зелени. Вот такие у нас тополя растут. Южные тополя. У нас прям как на юге. Вон там тополь такой же. Вот такой же тополь. Вот это моя работа. Советская 111. Здесь я работаю уже 9 лет. 9 лет. 25 минут от дома и вперед на автобусе. Ну вот мы опять возвращаемся к разговору об этих вот растениях.
попытаемся обойти эту плантацию. Тут их очень много, этих растений. Зайдем внутрь, посмотрим, что здесь внутри. Здесь подстрижено, надо признаться. Вот какие листики на нем. Какое оно необычное дерево. Надо признаться, что сюда мало кто заходит, вот в этот закуток. И неудивительно, что у нас тут живут белки недалеко. Ну вот еще это дерево. Оно необычное. Ну вот действительно, живешь в городе, никогда не можешь подойти и посмотреть, что тебя вокруг окружает. Вот надо иногда останавливаться и смотреть. Это ж какое красивое дерево, чистое, зеленое, никаких там этих червяков, пауков, бабочек, там этих вот гусениц, ничего нет. Какая у нас хорошая экология в Биробиджане, посмотрите. Я вот тут даже увидел, что у нас растет в городе гриб. Смотрите. Можно собирать грибы. Вот гриб, смотрите. Вот два гриба. Вот они, грибки. Надо сфотографировать. Наверное, волнушка какая-то. Ну вот, пришел человек, и обязательно надо его оторвать, сломать. Ладно. А вот здесь, смотрите, что делается. Муравьи оборудовали себе муравейник прямо на дереве. И надо признать, что это опасно. В конце концов, дерево погибнет. Они его будут жевать, жевать, жевать. И в конце концов, дожуют его. Оно засохнет.
А вот какой красивый клен здесь растет. Как-то еще пыль сюда не налетела, далеко от дороги, и листья очень зеленые, такие очень живые, свежие, красивые. Короче говоря, можно в городе у нас в Биробиджане не искать даже парки. Вот так зайдешь, вдоль дороги растения растут, и оказываешься в парке. Надо сюда прийти в субботу с супругой и показать, какая здесь у нас под носом у нас здесь красота. Ну и вот эти вот деревья, растения тоже здесь вот. Здесь вот солнца не хватает им, и они уже не такие вот живые. Вот они уже засохшие здесь. А со стороны солнца там они поживее. Ну что, все, наверное, или еще что-то здесь можно найти? Вот какие у нас красивые тут деревья, зелень прям благоухает, ветерок обдувает. Кто-то когда-то постарался, посадил вот такие деревья у нас здесь. Короче, минута релакса. Смотрим не на море, Архипа Осиповку, Джугбу и там еще тому подобные красоты. Смотрим красоты города Биробиджана. Как у нас здесь вот красиво. Особо ничего такого нет, но это видно, что здесь насаженные деревья когда-то были. Специально насаженные. Ровно расстояние друг от друга вот прям можно посчитать шагами. И они очень постарались, конечно, разнообразили деревья. В основном клены посадили и вот эти вот красивые деревья. Это тоже видно посадки. Интересно, в каком это году было посажено. И вы обратили внимание, что эти растения едят голуби. Но я не буду экспериментировать, не буду сам их пробовать. Будем просто наслаждаться. А вот смотрите, как они красиво цветут. Вот они цвели. И вот цветочки. Ну, пахнут совсем не чувствуется, чем они пахнут. Пытаюсь понюхать, чем они пахнут. Вот эти вот цветочки. Запаха абсолютно нет никакого. Ничем они не пахнут. Вот они здесь еще доцветают. Ничем не пахнут. Жаль. Бензином и дымом пахнет, наверное. Вот такая у нас красота здесь. Ходи и наслаждайся. Вот. Идем дальше смотреть. Очень много муравьев, муравейников, море всяких. Ну и тут же вот реклама.
тенек, такой тихий оазис. Прямо около дороги. На удивление, здесь идеальная чистота. Ни мусора нет, ничего. Ну вот, муравьи везде лезут, везде. Вот тут как тут, вот они обязательно надо вот тут что-то накрутить, навертеть, вот они тут. Что-то тут они все лазят. Что тут им надо, этим муравьям? У них тут своя жизнь. Это я подошел к другому дереву. И здесь то же самое. Натаскана земля. Вот она на дерево прямо на. Натаскали муравьи и тоже создают здесь вот свое жилище, но дерево они портят, оно начинает гнить, вот оно уже здесь вот сгнило, ветка уже отвалилась, так что здесь вот это не... Пользы мало муравьи приносят. Так что вот беда пришла внезапно. Вроде красивое дерево, а постепенно оно будет загибаться. Не знаю, может быть, иногда надо очищать как-то, следить за этим, чтобы такая красота не погибла. Короче говоря, погуляли, посмотрели. Под самым носом вот такая красота. Думаю, что я сподвигну многих людей более внимательно смотреть по сторонам и даже радоваться тому, что рядом с вами. Не надо ехать далеко в лес. Все близко, надо просто обращать внимание и замечать вот эти все моменты. В общем, сегодня я заканчиваю свое повествование, пойду дальше домой, а то я до дома не дойду. Обязательно найду какую-нибудь красивую музыку, послушаем, посмотрим, порадуемся. Лето, солнце. Желаю всем здоровья, естественно, военнослужащим, которые сейчас выполняют воинский долг, которые находятся в очень тяжелых условиях. Из Биробиджана всем привет. Ваш Валера, 79О, собака Mail.ru. До новых встреч, привет из Биробиджана. Пока. Я решил показать, где же у нас белочка-то живет. Вот у нас такие вот большие елки. Ну, по всей видимости, она вот так. Вот тут по траве на елку. По траве на елку. Как она вообще пробралась сюда? Это центр города практически.
А вот кедр красивый какой. Вот тут она, наверное, бегает, эта белочка. Конечно, тут есть где побегать ей. Поскакать. Ой, красота. Кедрово-сосновый елочный лес. Ну, конечно, тут вон сколько деревьев. Ну и кедр, конечно, изумительный. Красавец. Дождемся августа и поедем посмотрим, как мои кедры растут. Я сейчас снимал кедры, и ко мне подошел мужчина с собакой и говорит, что живет с двухлетнего возраста здесь, а говорит, что этому кедру 35 где-то в районе этого лет. Как вот строился этот микрорайон советский, так и посадили эти все деревья, елки, идея, это все вот порядка 35 лет. Вот этим всем елкам, кедрам, липам всяким разным. Тополям. Вот столько лет. А белочку, которую я отснял, она по всему микрорайону бегает. И живет практически, где Преамурский университет у нас находится. Там специально есть кормушки. И вот она вокруг здесь бегает. И она не одна, две белочки здесь. Место основное нахождения их, это где Преамурский университет. Здесь она гуляла просто так. И вот надо отдать должное, что никто ее не обижает. Помогают ее. И вот она здесь живет. Самое интересное, что видел мой канал, мои фильмы «Рыбак, охотник», и сказал: да, я смотрел твое кино, молодец, хорошо снимаешь. Приятно было услышать, что он посмотрел, люди смотрят, интересуются. Вот на этом вот дерево она у нас сегодня и отбегала. Сейчас мы ее уже, конечно, не увидим. Ну все, надо уже, конечно, идти домой. Сколько ж можно заходить туда, бродить? Вот город маленький, а есть чем заняться, есть что посмотреть. И люди спокойно подходят, говорят, делятся. Но в кадр не захотел. Я, говорит, фотографироваться не люблю. Так что меня удаляй. Вот все. Так, улица Советская. Мы сегодня на этом заканчиваем мое путешествие. До свидания, до новых встреч.
шагаю по проспекту, по ночному городу. Я иду потому, что у меня есть ноги, я умею ходить. И поэтому иду, иду навстречу цветным витринам. Мимо пролетают дорогие лимузины, в них женщины проносятся с горящими глазами, холодными сердцами, золотыми волосами. Город сказка, город мечта, попадая в ее сети, пропадаешь навсегда. Глотаю его воздух, простуды с кузняков, запахом бензина и дорогих духов. Звезд на небе мало, но это не беда. Здесь почти что в каждом доме есть своя и не одна. Электричество, газ, телефон, водопровод, коммунальный рай без хлопот и забот. Город сказка, город мечта, попадая в его сети, пропадаешь навсегда. Глотая воздух, простуды с кузняков, с запахом бензина и дорогих духов. Облаков нам укажет приближение холодных ветров, танец солнечных лучей в паутине проводов, над жестяными крышами обшарпанных домов. Иду навстречу цветным витринам, мимо пролетают дорогие лимузины, в них женщины проносятся с горящими глазами, холодными сердцами, золотыми волосами. Город сказка, город мечта, попадая в его сети, пропадаешь навсегда. Глотая воздух, простуды с кузняков, запахом бензина и дорогих духов. Пекло. Слежу за перестановкой объектов, глядя вперед сквозь смотровое стекло. И какой в этом смысл? И зачем я здесь? Совершенно не у кого спросить. Хочется выпить, бросаю машину, пересаживаюсь в такси. И хорошо, что я даже не знаю толком, куда я еду. И хорошо, что как старая газета, скомканное и будущее, и прошедшее. И хорошо, вот я возьму и спою что-нибудь на китайском, ну так, в качестве бреда. И хорошо, что водитель подумает, в этом городе все сумасшедшие. Самое чудесное из машин — это «Жигули». Я пытаюсь вспомнить твой номер, но память сегодня выдает одни нули. Как говорил мой друг Артур Пирожков, наша жизнь коротка, как выстрел. Остановитесь здесь, дальше пойду пешком. Сколько с меня?
300 и хорошо. Что я даже не знаю толком, куда я еду. И хорошо, что как старая газета, скомканное будущее и прошедшее. И хорошо, вот я возьму и спою что-нибудь на китайском, так, в качестве бреда. И хорошо, что водитель подумает, в этом городе все сумасшедшие. Я пойду медленно, медленно, как монах. Я бы мог передвигаться быстрее, но мешает мода ходить в зауженных штанах. Зайду в магазин, куплю себе книгу, где нужно побывать, пока ты не помер. И только немного грустно от того, что я так и не вспомнил твой номер. И хорошо, что я даже не знаю толком, куда я еду. И хорошо, что как старая газета, скомканное будущее и прошедшее. И хорошо, вот я возьму и спою что-нибудь на китайском, так, в качестве бреда. И хорошо, что водитель подумает, в этом городе все сумасшедшие. Йоу хэн, зюэн, фанлай, фуи уэху, ляо тяо щуню, дюнь. Сыхау тил хунь дай, фоу шоу гоуле, фоу гэни кай. Водэй пхигу, водэй пхигу. И хорошо, что я даже не знаю толком, куда я еду. И хорошо, что как старая газета, скомканное будущее и прошедшее. И хорошо, вот я возьму и спою что-нибудь на китайском, ну так, в качестве бреда. И хорошо, что водитель подумает, в этом городе все сумасшедшие. А в этом городе все сумасшедшие. Нет, это точно. В этом городе все сумасшедшие.